Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. У нас турнир закончился, Лига Мастеров 3 звезды. Друзья мои, забираем награды. О, да, 75 платиновых осколков. Здесь также забираем награды. И сегодня буст. Ребят, ну я скажу одно, я пришел буквально недавно с тренировки, а время сейчас на моих часах 4 часа. 4 часа 8 минут, это чтобы быть точным. То есть я опоздал ровно... почти ровно на 1 час, ребят. Но мы в тот раз на полчаса, насколько я помню, задержались. У нас ничегошеньки не вышло. Сейчас на час. То есть про буст, про Лигу Мастеров можно, грубо говоря, наверное, забыть. Я, конечно, точно тебе не могу сказать, но вероятнее всего оно так и будет. Потому что в Лигу Мастеров мы попадаем с тобой только в том случае. Это, опять же, ребята, все зависит от удачи и от того, сколько народу, например, будет в нее играть в определенный момент. Потому что чем больше народу играет в нее, это фрицы, тем, соответственно, что там. Так, давай-ка выберем вот этих вот. Да, там получилось так, ребята, что у меня YouTube-то грузится, сам понимаешь, да, по 3 часа. Я просто решил там что кое-что глянуть, оно на загрузке стало. Вот, я запустил игру, и получилось так, что оно прогрузилось, видимо, там спустя фиг знает сколько времени, и запустился ролик. Вот, поэтому получилось, что звук наложился. Так, ну что, воин 3 звезды, 87-я, ребят, позиция. Пока рано какие-то выводы делать. Мне нужно, по идее, 12-13. Да, 12-13 мы берем. Уже 4 персонажа, это на третьем бою. И получается 5 персонажей у нас на пятом поединке. Должно быть так, по идее. Ребят, я вам скажу одно. Очень тяжело загрузить видос на этот YouTube. То есть ты его загрузил, потом ты его начинаешь, ребята, там оформлять. После каждого оформления сохранить. И вот он думает, 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 думает. Я вчера... с вечера выложил 2 ролика. Я сегодня с утра встал, думал, сейчас отрегулирую, выложу их. Нет. Так и болтыхаются они. В общем, надо искать какую-то другую, ребят, платформу. А вот какую платформу? Ну, у меня Дзен есть еще, вы знаете, да? Где я все выкладываю, все ровно. Ну, на Рутуб я не знаю, ребят. Ну, мне эта платформа не нравится. Ну, не нравится, блин, хоть ты тут тресни. И рад бы вроде бы выкладывать. Ну, знаешь, это сердцу не прикажешь. А что-то еще другое, ребята, все, по-моему, у нас больше альтернатив никаких нету. У нас Дзен, Рутуб, по-моему, все, больше ничего нету. Но на Ютуб выкладывать это, я не знаю, это себе дороже. То есть, например, у меня 10 роликов, да, сделанных, готовых к выпуску. Я их только что, в течение месяца смогу выложить с такими подходами, по 2-3 дня выкладывается и тому подобное. Фигня полная. Так, 12-14. Ну, вряд ли я найду, конечно, здесь. Ладно, 12-14, ребята. Или все-таки будем искать 13-14, а? А, тут 12-14. Не, ребят, не получится. 12-14, 13-15 не выйдет. Слушай, ребята, а с какого перепуга у нас еще до сих пор 4 бойца? Эй! Уже какой поединок? Уже 5-й, по-моему, или даже 6-й? Трындец. Да, по-моему, буст нам только снится, друзья мои. Вот что я вам хочу сказать. Ай, да... Так, элита, только лишь 2 звезды добрались мы с тобой, блин. Да хорош ты меня своим 12-14 это уже угощать, я не хочу, блин. 13-15. Это на 6-м поединке мне дали только 5-го, ребят, бойца. Фигня полная, короче, никакого буста сегодня не будет. То есть буст будет, но не будет прогрессивным. Буст, по идее, он уже идет. Это самая первая катка на откате недели, как говорится, с чистого листа. Угу. Майки тут поплясал. Давай бросим туда немножко гранат. Готовы, хлопчики. Так, и мы с тобой двигаемся
Далее, сейчас посмотрим, куда мы там с тобой сиганем. Если сиганем вообще куда-нибудь. Будет 3 звезды? Будет. Позиция 63. 13-16, окей. Меня это устраивает. 13-16, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Меня не устраивает только одно, что, ребят, мы на один поединок с вами задержались в плане 5 бойцов. Четырьмя бойцами играли, да? Ну, давай сделаем так. По массовой прокатимся. Хорош. Теперь так сделаем. Теперь давай бомбанем. Меч у него вырос, блин. Конан Варвар тоже мне нашелся. Так, и огненную волну. Жух. Подкосили всех. Прекрасно. Ребятушки, все очень даже хорошо. Поехали далее. Так, и вот у нас уже друзья-самураи. 13-16 было. Да-да-да, ты правильно увидел. Тихо, 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 тихо. Не спеши, Рейчик, все будет у нас окей. Раз, два, три. Четыре, давай, наверное, возьму сюда все-таки карайку, потому что 47-е, хоть у меня и 56-е уровни, но 47-е могут им навалять. Как бы это странно ни звучало, ребята. Могут навалять. Так. Хоп-хоп. Готов. Ну-ка, добьешь их двоих? А, красавчик Рокол. Красавчик. Красавелла. Блин, офигеть, ребята. Встал, сходил на тренировку, ничего, практически ничего не делал. И уже, блин, почти 15 минут пятого. Офигенно. Время пролетает. А завтра опять на работу, блин. Ай, трэш. Так, подожди, а что ищу? Я ищу 14-17, но у нас было, поэтому 15-18 мне, наверное, не дадут. А, скорее всего, нет, ребят. Скорее всего, нет. Поэтому мне, наверное, придется соглашаться. О, Иван-чай себе заварил. Такой вкусный чай, ребят. Обалденный. А самое главное, полезный. Поехали. Так, ну что у нас тут? У нас тут... Давай сделаем, наверное, Леонардо вначале. Неплохо. А, ну он 88 уровня. Ё-моё, чё я удивляюсь-то. 88 уровня. Правильно, он свою баклажку бросил и... Ребят, просто в труху. Так, а вот у нас и самураи 2 звезды. 66-я позиция. Чё хотите, делайте, но 14-18. Во. Только хотел сказать, никуда не пойду, пока не получу 14-18. Так, ну здесь уже 60-ники. Я думаю, мы справимся именно с таким уровнем против 40... Какой? 42-й, да? Если я ничего не путаю. Сейчас посмотрим, какой там у них уровень. А, 45-й. Ну-ка, хлёстненько. Так, минус Донателло. Бросаем флакон. Чё это ты так хреновенько-то бросил? Да ладно. Вот, ребята, вот вам результат. 60 уровня бойцы не справляются с 45-ми. Сколько им нужно лупить, чтобы его уронить? Вот и делай, как говорится, очередные выводы. Ну, перейдем? Ага, перешли. Губишки закатал. Че, 14-17? Вряд ли мне здесь дадут 15-19. Не, ну можно, конечно, немножко попробовать, попытать счастье паролить. Но, по-моему, это бесполезно. Вот встанет, как говорится, раком, и стоит, и никуда не двигается, блин. Все. А у нас, тем не менее, ребята, уже 70 уровень, кстати. Это говорит о чем? Что скоро у нас кончатся бойцы, и отвратительно мы идем. Очень отвратительно, ребят. Прям, блин, ну слов нету. Это мы еще в Лигу Самураев 3 звезды не влезли. А там потом же сёганы пойдут. Там еще нужно, блин, фиг знает сколько поединков сделать. Да. Давай 15-19. Чё ты тут жмешься-то, я не могу понять. Игра.
Не нервируй меня. Вот смотри, вот ага, выудил все-таки. Все-таки выудил, ребят, но все равно это какой-то трындец, блин. Ну так вот постоянно, каждую игру одно и то же. Каждую игру постоянно приходится выбивать. Я же знаю, что должно быть. Нет, вот сопротивляется, не хочет нифига мне давать. Постоянно выклянчиваешь, постоянно выжидаешь. Дадут, не дадут, а если не дадут, придется соглашаться. А вдруг бы я бы еще разиков 10 сделал бы рерол бы, и мы бы получили с тобой. Тут, как говорится, бабушка надо и сказала, не знаешь, ребят. Точно, наверняка не можешь сказать, будет у тебя или не будет. Так, ну что, это я только сейчас перейду в Лигу Сёгунов. Вот смотри, вот опять, вот они должны давать, ребят, сейчас не задумываясь, 15-19, мне приходится опять вот этим вот заниматься. Крутить, вертеть, как говорится. Нет, тут уже все. Тут, ребята, это мы сейчас только доходим до Лиги Сёгунов. Одна звезда. А нам нужно... Нет, не получится, к сожалению. Неужели так этот час так дико влияет? Я не знаю, ребят. На час задержался, все. Получи, как говорится, максимум Лигу Сёгунов. Три звезды, это в лучшем случае. Две звезды тут светит, наверное. Не больше. 64 место. Так, было у нас 15-19. Но... 16-20, я думаю, что не дадут. Хотя ранг... Не, 64-й не дадут, ребят. Еще не легче. Давай еще крутим. Еще. Вот! Блин, вот, ребят, нашли. 15-20. Раз, два, три, четыре. Пять. Так обрадовался, как будто, я не знаю, знаешь, как будто мы тут с тобой миллиард выиграли, блин. Хотя на самом деле получили то, что должны получить по праву. Вот так вот. Ну че, парни, ложись спать. Все, нахлобучили. Ах, вкуснота. Какая там? 20-я позиция, да? Так, 15-20 у нас было. Но 16-21 не дадут. По-любому не дадут. А у меня все, ребят, шапочный разбор. Осталось, как говорится, фиг да нифига бойцов. Я даже не уверен, что мы с тобой зайдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Мы можем даже не дойти элементарно. Вероятнее всего оно так и будет. В общем, буст паршивый. Эх, буст паршивый получается. Ну давай, не томи. Так, 2 звездочки, 76-я позиция. Ну, тут как минимум нужно 3 поединка, ребят. Ну давай 16-21-то. Ну что ты, ну... Ну вот не хочет и все. Я пытаюсь, ребят, выудить, но... Ну ни в какую, блин. Не хочет и все. 15-20, 15-19. 15-20, 15-19. Вот так вот и этот. Не хочет. Ну, все тогда. Тогда фейл. Тогда фейл получается. Нет, ребят, ну вы вспомните, мы тогда полгода никак не могли с вами получить Лигу мастеров, одна звезда со мной заходки. Зато потом, чуть ли не через каждую неделю, ребят, мы получали с вами топовое, ну как, Лигу мастеров. С первой заходки. То есть тут фиг знает, на что это все влияет, как это влияет, я без понятия. Вот сейчас должны, по идее, дать
16-21 должно быть, потому что по рангу все подходит, ребята. У нас за 37-й. До полтинника, я еще понимаю, могли не дать. Но после полтинника они просто обязаны. Вот, видишь. Раз, два, три, четыре, пять. И там еще три бойца, да, получается. Ну, вряд ли мы заберемся. Вряд ли мы заберемся, но... В лигу мастеров, точнее, в лигу сегунов 3 звезды, скорее всего, заберемся, ребят. Но не топчика, а полтишка мы с собой не возьмем. Там, дай бог, 99-я, 98-я. Может быть, максимум 88-я, 80-я позиция будет максимально. 96-я, вот. Я говорю, либо 80-я, либо... Так, 16-21. Тут три бойца. Хотя тут, в принципе, и маузеров бы не хватило. Ну, сколько прибавим? Ну, пускай 10 кубков мы с тобой прилетим. Это в лучшем случае прям. Будет 98-я, да, позиция получается. Точнее, 89-я позиция. Выходит так. Сейчас проверим. Банзай Твич. Все. Нокаутировали. И покажите мне. 82-я. Не намного-то я ошибся. Так, ну что, ребят, серия испытаний. Вперед, как говорится, из песни. Я, наверное, вот это сразу возьму. Возьмем Армагона. Так, так. Так. Вот так. Автобой. Я хочу просто, ребята, глянуть, как он с ними разберется. Я пока хоть глоточек чая сделаю. Так, угу. Фигушки там, называется, майки не пробили. Отлично. Оглушение, тихо. Ты посмотри, ребята, что он сделал. Просто с одного удара он снес. Ёпарас, это тихо, ребят, тут пахнет керосином. Тут пахнет керосином, друзья мои. И чего? Нормально, хотел сам отыграть, но Леонардо добил. Блин, нифига себе, маузеров там. Чуть-чуть бы и все, ребята, раскрошили бы их. Ха. Так, что у нас за событие-то будет, ребятушки? Крэнк, технодром, отлично. Так, а нам надо... Нам надо выполнять задание. Так, значит, мутагена у нас мало, поэтому... На Леонардо, скорее всего, нам не хватит. На Леонардо видение, я имею в виду. Да, не хватает. Значит, делаем следующее. Нам все равно... Подожди, задание-то есть? Есть. Нам все равно придется, да, кого-то поднимать по уровню. Поэтому давай вниз скатимся. Кирби. 57 уровень Кирби получает. Ладно, фиг с ним. А здесь... А здесь мы беремся за мутагеноида. Так, ему нужен, ребят, 70 уровень, чтобы прокачать до 6 ступени. Так, тут нам не хватает 5, получается, да? Автомобильных номеров. Один есть. Так, второй. Второй, третий. Ой, тихо. Так, второй, третий. Четвертый. И последний номерочек, пожалуйста, дайте мне. Пятый. Так, друзья мои. Улучшаем до 6 ступени. Так, теперь вот этот вот кулак. Нам нужно 4 геймпада, получается, да? Ну, с этими геймпадами, как всегда, ребят, проблема за проблемой. Один. Так, второй выпал. Третий. Давай последний. Последний, говорю, давай. Пицца кончилась, ребят. Кончилась пицца. Нельзя воды напиться. Ну, как-то вот так, друзья мои, у нас получилась сегодня серийка. Обидно, конечно, что не добрались мы с тобой до Лиги Сюгунов. Точнее, до Лиги Мастеров. Ну, а так, в принципе, претензий нету. Да, на час задержался, ребят, на тренировке, поэтому вот так вот получилось. Ну, как, я не на час, я пришел, еще поел, пока сел, смотрю, ёпарас, это и вспомнил. Хотел Strike Force сегодня поиграть. Ну, я вот сейчас после черепашек буду в Strike Force играть, ребят.
нового героя будем открывать. Ну, а на сегодня тогда все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.